что ж, и снова те, и снова, скорее, правильно, та, которую знает каждый человек в нашей стране, с которой ассоциирует прорыв в нашем женском одиночном катании. Встречайте, свое искусство на льду покажет вам двукратная чемпионка России, двукратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка мира, вице-чемпионка Олимпийских игр здесь и сейчас Евгения Медведева.